Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, ну, по идее, мы должны как бы выполнять задание за растения, но я пока не нашел достаточно хорошей колоды, чтобы пройти сальцу с его гаргантюа. Поэтому я решил сегодня немножко поиграть на арене. Я думаю, что это тоже не менее интересно. У нас, как всегда, мой любимый разгром. И у нас рейтинговый бой. В данный момент мне нужно еще 2 звездочки, чтобы перейти на 14 ранг. Ну, давай посмотрим, кто нам достанется на этот раз. И мне дают Бонифана какого-то. Ну, то, что он там 13 уровня, это ни о чем не говорит, ребята. Он мне может так навешать, что мама не горюй. Все зависит от карт, как всегда. Ну что, в принципе, я считаю, неплохая рука. Во, вот так будет вообще идеальненько. То есть у нас есть с тобой второй ход. Угу. Второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Давай смотреть, что нам сделает горохострел, зеленая тень. Пока никто ничего не стал выставлять, ребята. Если я выставлю вот этого, интересно, у него есть уничтожитель надгробий или нету? Давай проверим. Если уничтожит, то... Ай-яй-яй. Это что же, через пенек. Я понял, ребята, я понял. Через пенек. Ну что же, что же нам тогда с тобой сделать? Вопрос. Давай тогда так. Естественно, мы его потеряем. Опа. Сумоиста. Сумоиста я поставлю вот сюда. Только бы он не уничтожил мне вот это надгробие, а? Надеюсь, этого не случится. Ага. Ну что, давай вот этого сюда вытянем и уничтожим его, да? Единственный, кто останется здесь, это пенек. Ну да, пень останется, но мы его немножко подбомбим. Так, у нас с тобой здесь все спортсмены. Я могу выставить сюда, естественно, вот этого вот. Опа! Достаточно, смотрим. Он прекрасно понимает, да, что мне их не пробить. Опа, заморозочка пошла, да? Пошла, друзья мои, заморозочка. Ну что же, давай. Сюда. Пень уничтожим, и мы 4 в лицо получаем. По здоровью мы абсолютно одинаковые. Но это пока. Мы с тобой сделаем, знаешь что? Вот так вот. Мы хильнемся. И у нас еще есть с тобой возможность либо поставить безумие, либо вот эту вот черную дыру. Все будет зависеть от того, кого он будет ставить. Он будет уничтожать, но если... Воу, рикошет! Но... Зачем? Я же могу его опять вызвать и хильнуться. Так, растение получает плюс 2, плюс 2. Угу. Ну, мы хотя бы с тобой поменьше урона сделаем, да, себе? Пускай лучше 5 прилетит нам. Но не забывай, что он может по центру бомбануть. Если у него сейчас появится выстрел, он будет уничтожать мне моего спортсмена. Ну, видишь, он ничего не делает. У него одна карта еще к тому же. Поэтому он заморозку делает и вытягивает карту. Хитро, ничего не скажешь. Так, а этот становится 7-9. Ну что, друзья мои, мы с вами пропускаем ход. Я надеюсь, вы понимаете, для чего я это все сделал. Капуста. Ну, ей ты меня уж точно не напугаешь. И тем... О, давай вот этого прокачивай. Ты наивный, как я не знаю кто. Неужели до тебя так и не дошло, а? Нет, видимо, не дошло. И мы с тобой сделаем, знаешь что? Да, наверное, можно влепить безумие, но... Пожалуй-ка я так и сделаю. Мы не уничтожим, ребята, но 2 урона мы нанесем. Так, понеслась. Ага. Здесь получает и погибает. Ну, а дальше все намного проще, ребят. 2 хила. Ой, как чудно. Так, ну что, мы с тобой сделаем вот таким вот образом.
Теперь пропускаем ход и смотрим, что он делает. У нас с тобой есть курица, да? Один-один каждому. То есть это уже хорошо. Так, этот остается без атаки. Теперь мы делаем вот так. И бомбим, ребята. Так, еще троечку, пожалуйста, в лицо. Здесь, конечно, жалко, спортсмен мой погибает, тренер. Еще три в лицо. И этого уничтожаем. А парень остался у нас без карт, как мы видим, да? Остался без карт. И мы с тобой сделаем, наверное, вот так вот. 5 хп у нашего противника. Он вытягивает две карты. Естественно, ребят, у него больше... Ну, нету ничего. Как говорится, от безвыходности. И кого же он поставит? Ледяного горхострела. Ну, ты понимаешь, что я его сейчас просто снесу. Нет, нет, грибок, зря ты тут заморачиваешься. Это не спасет. Минус 6-6. А точнее, убираем просто с вами этого горхострела ледяного. И все, друзья мои. Последний удар. Оу. Че, уничтожишь мне этого, да? Я ведь больше чем уверен, что у тебя остался выстрел. Ты мне можешь только уничтожить вот этого вот спортсмена. Даже рикошет, господи, это еще хуже. Ну, как видишь, сопернику моему не повезло. Ребят, смеяться, конечно, над этим не стоит, потому что может оказаться на его месте любой, даже я. Но, тем не менее, мы с тобой переходим на 14 ранг. И еще гемы нам должны дать. Если я не ошибаюсь, да? 20 штук гемов. Хотелось бы перейти, конечно, на 20-й, а в идеале на 30-й ранг. Ну что же, поехали дальше. Вот, вот за разгромы я привык играть. Я не знаю, ребят, за растения почему-то у меня не получается. Может быть, за то, что у меня нет карт, у меня нормальных. Или вот их не именно, как они ходят, да? Они в один ход должны поставить и карты, и применить заклинание. За зомби наоборот, да? Ты ставишь вначале растение, оставляешь себе энергию, да? Для того, чтобы можно было бы потом применить какое-то заклинание. Ход зомби. Естественно, я пока здесь ничего не буду делать. И посмотрим, что будет у нас делать. Ага. Подсолнышки, да, пошли? Пошли, так сказать, подсолнухи. Зачем они ему нужны? Что он хочет этим сделать? М? Накопить энергию? Для того, чтобы поставить какие-нибудь супер-пупер карты? Хм. Ну, никого не будет выставлять, да? А нет, смотри-ка, стебелек. Блин, а мне стебелек придется отодвинуть. Ха-ха. Хитро придумано. Ладно, посмотрим, кто из него вылупится. Кто из него вылупится, у нас есть. Да есть еще. Ой, пенек. Господи, пенек. Ну, что можно сделать? Можно, например, поставить вот этого вот зомби. Через пенек, конечно, неплохо выставлять, естественно, горхострелов, но он вот так сделал. Окей, поехали. Бамс. Ну что, будем, наверное, уничтожать? Или как? Или понижать атаку? Что думаешь? Или сыграть... Оу, оу. Кому понизить атаку, друзья мои? Я даже не знаю, если честно. Наверное, наверное, тут. Наверное, тут. И плюс еще способность безумия. Мы с тобой сделаем. Поехали. Да, конечно, этого зомби потеряем мы с тобой. Но это ничего страшного. Так, персик. Что нам сделать с персиком? Здесь понятно, можно выставить вот так вот. А здесь можно сделать вот так. Поехали. Че он такой любитель вот этой вот мха, или как его назвать, я даже не знаю. Угу. Ну, понеслась. Уничтожит, конечно, не сумоиста. Угу. Так, два в лицо.
И еще два. 8 здоровья остается. Ой-ой-ой-ой-ой, что нам выпало, ребята? Что нам выпало? И это, кстати, очень хорошо. Знаешь почему? Потому что мы сейчас с тобой сделаем одну классную штуку. Или подожди-ка, у нас только лишь... Ага, два или меньше. Пускай выставляет грибы сюда. Да? Мы их уничтожим, по крайней мере, грибочки эти все. Потом применим. Короче, надо смотреть. Если он сейчас выставит сюда гриб. Оу-оу-оу-оу, тыква. Тыква — это плохо. Так, на ландшафте мы можем уничтожить его или нет? Как думаешь? Или нам лучше почикать вот этих всех? Наверное, так и сделаем. Уничтожим этих. Ну и добьем, как говорится. Так. Этого. Тыква, конечно, тут еще побомбит. Слушай, а вот здесь вот, наверное, у него минус... Короче, либо на земле все зомби получают, да, минус один. Либо еще что-нибудь. Но мы можем с тобой применить вот это. Если оно находится сверху или на ландшафте. Тыкву можно уничтожить. Беда только с картами у нас. Блин, звезданет, я больше чем уверен, да? Ладно, давай проверим. Этого ставить я не буду пока. Ага, подсолнух. Ладно, фиг с ним, грибочек появился. Стебелек. Зомби получает минус 2, минус 2. Уничтожает мне призрака. Так, ну что, давай мы с тобой вот так вот сделаем. Фиг с ним, получим с собой единицу в лицо. Уничтожим с собой вот это. Кто вот здесь появится? Лишь бы только не крупняк. Фигня. Ну, карту то, что дает, конечно, это да, это круто. Тут спору нет. Ну, а мы с тобой делаем вот так вот. Вызываем Йети. Он нам дает карту. Ммм, летучие мыши. Давай вот так вот сделаем. И вот так. Смотрим, что он сейчас поставит. Йети, если не убьет, он ко мне вернется в руку, да? Ага. Так вот он сделал. Так, Йети, короче, ребята, у нас погибнет, к сожалению. Ну, это не критично, это ничего страшного. Поехали. Пумс. Так, пока, Йети, будем по тебе скучать. Этого тоже уничтожает. Ага, пробивным сделал. Так, что нам? Ну, давай вот так вот сделаем. Окей. Следующее, опа. Так, друзья мои, я, наверное, сейчас ничего не буду делать. У нас с тобой здоровья хватает. Нам всего лишь 3 единицы урона надо нанести. Так, давай посмотрим, кого мы с тобой уничтожим. Так, 2, 4, 8, 10, 14. Короче, ребята, ничего у него не получится. Абсолютно. Потому что мы нанесем все-таки 3 урона. Как бы он тут не бомбил по мне. Понимаешь, да? Сейчас мои мыши просто его уничтожат. Все. Ну, было красиво, на самом деле. Красиво. Запоздал он, конечно, маленечко со своими грибами. Ну, а так, колода до боли избитая, я считаю. Так, ну а мы с тобой получаем еще звезду. И буквально еще через бой, если выиграем, мы с тобой перейдем на следующий ранг. Но пока рано о чем-то говорить. Sunflower, да? Солнечный цветок. Это же где-то я уже слышал. А, у нас Moonflower был, лунный цветок, а здесь уже солнечный. Слушай, ну мне даже рука нравится, которая нам сейчас выпала. Соперник вытягивает стартовые карты заново. Угу. Что-то ему не понравилось. Так, ну у меня нет первого хода. И я думаю, что мы начнем на... Оу, мне карту даешь? Слушай, ну это же парень... Это же... Хотя это круто. Мы получим с тобой урон. Но он мне дал навязчивого призрака, да?
Так, ну что, давай, наверное. Блин. Ну давай я поставлю его сюда. Есть ли у него что-нибудь такое, чем он может уничтожить? Суперударом, да? Может. Вот, видишь? В чем-то в этом не сомневался. Окей, дает мне близко. Но мы 4 в лицо еще получим с тобой. Плохо. Плохо, тут ничего не могу сказать. Так, друзья мои, погнали. Опс. Так, ну тут у нас есть одна энергия. Одна энергия, безумие. Плюс 2. Я думаю, что пока этого не надо делать. Окей, ну что, надо теперь с этим разбираться как-то, да? Что мы с тобой можем сделать? Ну, во-первых, поставить вот этого. Это раз. Во-вторых, сделать вот так вот. Это 2. В-третьих, сделать вот так вот. Это 3. Посмотрим, что он будет делать. С прочерком. Окей. Зомби с прочерком, значит. Жалко, конечно, вот этого уничтожить, да, он мне? Так, сработала защита. И мы с тобой делаем вот так вот. Дальше. Можем сделать эволюцию, да? Ну, я фиг этого буду делать. Если мы сделаем вот так вот. Это раз. И вот так вот. Ну, как бы это 2. У него карты есть. Он может, ребята, уничтожить мне вот этого при... Оу. Смотри, 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 что происходит, ребят. 5 и 2, 7, да, получается? То есть нам крышка? Да. Ну, молодец. Единственное, что мне теперь придется бомбить не один поединок. Не один бой выиграть, а, по-моему, 2. Хотя здесь не убирается на ранней игре. Короче, у него была колода на прочерках. То есть, которая пробивает весь ряд. Если бы у меня было бы вот пораньше бы немножко и карты получше мне дали призраков, если бы сразу бы были бы привидения, можно было бы, конечно, немножко по-другому разыграть. Здесь давай-ка попробуем с собой что-то как-то. Ну вот, вот, вот так вот, в принципе, сгодится. Что-то они все любят играть именно за вспышку на солнце. Смотри, уже который раз у нас она выпадает. Ага. Ага. А мне поставить некого. Вот оно что. Вот оно что. Так, хорошо, предположим, я сделаю вот так. Будет прокачивать или что? Уничтожить он этого зомби мне не сможет. У него иммунитет к магии. Поэтому как бы защищен. Он может либо его сдвинуть, этот гриб, либо повесить на него определенный баф. Да. Он решил меня вот так вот доколупать. Набрал одних грибов, видимо, да? Так, ну что же, будем сопротивляться. Друзья, будем сопротивляться. Ох, рикошетик нам выпал за 2 энергии. Так, он усиливает этот гриб. Ну, тупо обмен получается. Ага. Нет, ребята, намного хуже. 4 в лицо, 10 хп остается, да? Ну что, вызываем тогда медика. Вызываем медика, лечимся с тобой, да? Или сделать как? Или вот так уж мы. Хопа. И вот сюда, вот так вот. Давай посмотрим. Нет, 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 парень. А ты-то тут как раз и не нужен. Погнали. Окей. Так, призрак у нас с тобой в кармане. Теперь лечиться нужно. Да, нужно, наверное, хильнуться нам с тобой. Безумие можно влепить. Подсолнух. И здесь, да?
блин. Ну давай, фиг с ним. Убить не убьем, конечно, но покалечим. Сколько он дает? Две энергии, по-моему, да? Одну, и этот одну. Окей. Дальше у нас идет с тобой вот этот призрак. Оп. Так, и вот этот. Посмотрим. Сейчас у него, конечно, энергии 8. Он может себе тут позволить много чего. Так, наносит 3 единицы урона. Ладно. Вызвал гриб. Вызвал эту фигню. И это все, что он смог сделать, да, получается? Окей, погнали. Минус подсолнух. 3 в лицо. Этот у нас погибнет. Все зомби на земле, да, получают или что? Минус один, минус один. Мне кажется, им... А, размещает 2 шампиньона. Ну, неплохо, неплохо он поставил их. Мне нравится, как раз удачно. У нас с тобой есть йети. Я его поставлю вот сюда. Вытягиваем карту. Оу, любитель орешков, да? Но я, наверное, не буду сейчас делать, по одной простой причине. Я лучше сделаю защиту. Но, к сожалению, я не могу ее сделать. Тогда мы сделаем... Да, вот сюда. И карту еще вытащим. Ох ты! Неплохая карта. Наносит 2 единицы урона случайному растению или растению-герою. Отлично. Давай хильнемся. Так, и мелкий шитик бомбит. Так, у него 8 здоровья остается. Можно влепить спокойно эволюцию, если хочешь. Но я сделаю, наверное, вот так вот. И вот так. Наносит 3 единицы урона. Да ради бога. Этим ты меня... Так, с прочерком. Окей. Понеслась. Раз. И два. Так, 2 урона в лицо. Теперь мы сделаем с тобой спокойненько эволюцию. Вообще, просто на изи. Сделаем ее через призрака. Ху-ху-ху-ху. Кого я вижу, ребят? Смотри, что мы с тобой сделаем. Лучше вот так. Вот так. И уничтожаем. Таким вот образом. Ну и что ты сейчас сделаешь, а? Да надо же, что у него есть? Посмотри. Тыква. А поможет ли тебе, парень, тыковка-то? У меня здесь минус один, минус один. Ладно. Последний удар. Все. Да, да, да. Это хорошо. Но, опять же, повторю, ребят, это всего лишь... Какой это у нас? 14 ранг, по-моему, да? 14. То есть мы сейчас переходим с тобой на 15. Начинается самая жесть где-то с 20-го. С 30-го так вообще там труба дела. Ну что, еще? Наверное, боюсь. Кстати, у нас 20 гемов. Мы можем себе купить 2 колоды, если хочешь. Ну, 2 колоды, да это ни о чем, согласись. Ну, что это такое? Ну, купил, посмотрел, там по 6 карточек получил. Да и то, больше чем уверен, будут дубли. Слушай, а вот здесь вот хитро. Роза на куче навоза. Тот, кто умеет за нее играть, очень круто, ребята. Играет. Но Роза, видимо, никого тоже не хочет выставлять. Понял. Так, ну что, мы тогда, наверное, начнем вот с этого партизана. Чтобы нам, как говорится, дешевле потом обходились карты. У Розы выбор, либо уничтожить его, либо я потом выставлю аж целых 2 карты. Дан то тот. Дан то тот, ты понял? Кто это? Вот так вот. Угу. Ну что? Теперь делаем так вот с тобой. Еще не забывай, 1 единица энергии, чтобы я смог бомбануть кого-нибудь. Зомби получает минус 2, минус 2. Он мне сделал одолжение. В том плане, что я получаю себе киборга со способностью 5-5. Ну что, 3 в лицо еще получает Роза. Окей.
Медик пока нам не нужен. А вот этого я, пожалуй, вызову. Будет тратить на него наверняка превращение в козла. Наверняка, мне кажется, так и будет. Нет, он вызвал цветочек на воду, который будет, ребят, давать ему карту. Это плохо. И мне не... Нет, можно, в принципе, достать с помощью вот этого вот удара. Чего ты там думаешь-то? Ну вот, видишь, я так и думал. Превращает... А, в случайного зомби. Кто отсюда может вылупиться, я не знаю. А этот будет карты брать. Добор их делает. Слишком дофига он там набрал карт. Ну что, выставим, наверное, с тобой вот этого зомби. Вот так вот. Ну и смотрим. Этого-то я подобью. Наверное. Стоит только, вот в чем я вопрос. Стоит ли его трогать? Хм. Заморозка, да? Кто и кто тут? Оу. Так, если я... Твою же налево. Как тут сделать-то лучше? Наверное, все-таки вот этого надо убирать отсюда. Иначе он просто достанет. Поехали. Так. А сюда наносим урон. Так, этот у нас в заморозке, да, был? Угу. Так, ну что, вызываю, наверное, призрака сюда. Навязчивого. Да и этого зомби тоже можно было бы, наверное, вызвать. Давай смотреть. Так, этот чудик прокачивается за счет применения заклинаний. Что там? Получают минус 3, то есть он мне всех их уничтожит, да? А, нет, только двоих. Только двоих подбил. Ну ладно, погнали. Слушай, как достало, а, меня своими этими защитами. У меня еще вся защита, а у него уже последняя там осталась. Он сидит и думает, да, а стоит ли кого-то превращать? Окей. Спортсмен. Давай глянем, что ты нам дашь. Колизей. Колизей. Слушай, ну если я вот сюда вот поставлю колизей, да? Еще вот так вот. Опа. Посмотрим. Что он сейчас будет? Сейчас превратит вот этого, наверное, в козла. Оу, щит. А вот это плохо. Вот это, друзья мои, плохо. Так. Да. Нам надо как-то либо уничтожить его, либо что? Либо защититься, верно? Верно. Так, ну прежде мы с тобой сделаем вот так вот. Это прежде. И будем сейчас смотреть, что он сделает. У меня есть защита. Если понадобится, поставим на призрака. Ага, вот так вот. Воу, 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 воу. 4-6. Бомбит он сюда, сюда и сюда, да? Заморозка зомби. Хм. Фиг с ним, давай, ребята, применим. Двоечка, да? Если мы с тобой... Если мы с тобой... Твою налево. Ну, фиг с ним, давай. Сделаем таким вот образом. Поехали. Этих уберет двоих. Это понятное дело. Хм. Слушай, неплохой вариант, да? Единственное, что я не знаю, что он сделает. Давай вот так, наверное, с собой поставим. Ну и медика. Медика.
Хотя зачем нам тут медик? Медик нам пока не нужен. Или нужен? Нет, не нужен, ребят. Что там? Что он там делает? Что-то я не посмотрел. Так, при использовании получает +1/+1 за каждого зомби и восстанавливает... Ага, герою, да? Понятно. Тут сделает он заморозку. Рикошет надгробия. Вот это плохо. Вот это плохо, ребята, что рикошет. Так. Этот бомбанет же, да? Этот бомбанет. +2/+2. Да ничего я пока не буду делать. Фигово-то как, а? Медик. Медик, медик, медик. Ладно, погнали. Отхил. Так, что нам еще тут нужно сделать? Этот будет захиливаться, да? Давай вот так вот сделаем. А вот что он там сейчас сделает, я ума не приложу. Но вот этого надо как-то с сыча валить. Уничтожает зомби. Так, защита у нас с тобой еще сработает, так? Так. Защита у нас с тобой еще сработает. Поставим вот таким образом, погнали. Так, а что у нас там за защита будет? Хил. Окей. Мы с тобой хильнемся. Дым. Дым у нас с тобой есть. Точнее, это рой ос, я его так называю. Обстановочка накаляется просто до нельзя. У меня, видишь, заклинания одни остались. Был бы хоть какой-нибудь зомби, чтобы я мог его поставить сюда. Но его нету. Так, а это у нас что? Мы перемещаем растение, да? Мы можем с тобой вот этого переместить сюда. Уничтожить его. Если он, конечно, сюда кого-нибудь не поставит. А этот у нас уничтожает растение. То есть раз, два. Ну, предположим, раз, два. И в лицо 6. Что-то как-то больно все легко и просто получается. Ну ладно, этих я еще двух выдержу. Но вот этого не имею права. Че ты, Роза, сдалась? Не может такого быть. Не-не-не-не. Либо вылетела, либо терпит до последнего. Ожидание соперника. Он мне делает одолжение, что ли? Я не пойму. Блин, ну я в любом случае уничтожал бы вот этого вот. И вот этого, если бы он никого не стал выставлять. Все, ребята. Ну, я даже не знаю, кто бы здесь победил. У меня как бы хоть одни заклинания есть. Я бы мог здесь выкрутиться в любом случае. Но видишь, у него по картам все очень хорошо складывалось. То есть карта у него прилично, там 4 штуки. Раз, два, три, четыре, четыре, да. Че с игрой-то? Все. Ну что, тогда двигаемся дальше. Еще один бой, наверное, мы с тобой осилим. Но вот все-таки мне хотелось бы как-то победить эту сальцу. Да? О, смотри-ка, одинаково, 15-15, это прикольно. И кто у нас тут? Ага, зеленая тень. Ну ладно, меняем вот это. О, сумоист, это хорошо. Так, сумоист. Ну, давай здесь поменяем. Во! Отлично. Первого хода нету, понятное дело. Начнем со второго веселиться. Пень. Вызвал пень. Значит, нам с тобой нужно вызывать сумоиста по-любому. Потому что он туда будет ставить... Ну, ты понял, да, кого? Какой-нибудь горохострельчик туда встанет. А ну-ка, проверим. Да мне кажется, он догадался, что у меня здесь сумоист. Ай, какой ты красавчик. Это ты правильно сделал. Так, этого, пожалуйста, вот сюда, ко мне. На взбучку. Да, получается тупо обмен. Это жаль, жаль, конечно, что так. Погибли оба. Так, а здесь у меня как вариант только лишь вот таким вот образом делать. Пока. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
4-2, да? Но мы сделаем 3-1, конечно. Но все равно не очень хорошо. Трешечка в лицо прилетит нам, короче. А, даже один, да, мы пенек уничтожили. Один тогда получается урон. Так, у нас с тобой спортсмен. Ну давай поставим сюда, посмотрим, что нам выпадет. Он, кстати, может бафать, не забывай. Опа, сумоист. За нолик. Вот обожаю я этого спортсмена, что он иной раз такие штуки выдает. Карты дорогие, но за счет того, что они с пониженной, как говорится, энергией, они... Там, вот, например, как сейчас, да, сумоист две энергии должен стоить. А тут бац тебе и за ноль. Ну и что? Вот ты как сделал. Я же уберу этого ханурика оттуда. Понимаешь, я его уберу. Этого, пожалуйста, вот сюда. 6 в лицо, да, получим? Да и фиг с ним. У меня есть вот сердечко, я могу отхилиться. Ну, тактику я его понял, короче. Теперь смотри, что мы с тобой будем делать. Вот так вот. Но если он мне его уничтожит, мне придется только хиляться. Мне придется только подлечиться и дальше делать, наверное, эволюцию через сумоиста. Ну, как вариант. Эволюцию через сумоиста плюс хил дополнительный. Потому что до зомбобота нам как до Китая раком валить с тобой. О, видишь, что он делает? В принципе, я, ребята, был прав. Лечимся тогда, в любом случае. Пенек мы с тобой уничтожим, да? И он будет наносить, сколько там, по-моему, 1 единицу урона. Ага, безумие еще к тому же. Но безумие мы с тобой влепим вот сюда. Так. Еще разок в лицо. Ну, этому, да, этому крышка. Я обещал вам через эволюцию его уничтожить. Мы его уничтожим. Чпок. Ну, давай, зеленая тень. Что у тебя там в карманах припрятано для меня? 4 карты, как-никак. А у меня что? У меня медик на следующем ходу, да? Гаргантюа будет. Ну, если постараться, можно выложить. Или 2 медика. На 2 медика не получится, потому что там будет 7 энергии. Так, на возвышенности, да, 24 получает. Интересно. Так, прокачивает, да? Получает 5-7. Делает заморозку. Ой, парень, ты с огнем. С огнем сейчас просто-напросто шутишь. Просто шутник. Никчемный, я тебе скажу даже. Так, что? 5 в лицо зарядишь мне, да? Мне кажется, именно так он и хочет сделать. Тратит, ради бога. Дело твое. Дело твое. Теперь смотри, что мы с тобой делаем. Так, если я сюда поставлю этого... Пробить не пробьет, да? Но может уничтожить. Об этом тоже не стоит забывать. Кабачком там или чем-нибудь еще. Но потом уже сам Бог велел выставлять тогда 2 медиков. На 2 вот эти линии. 8 хп мы себе восстановим. А уже потом вызывать зомбобота. Ну это если понадобится, конечно же. Так, зеленая тень задумалась. Значит, все не так плохо. Опа, через пенек. Это, конечно, круто. Прикрылся пеньком. Прокачал. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну давай, выписывай микстуру свою. Опа. Ну что, парень, я боюсь, тебе не повезло. Я боюсь, тебе не повезло, потому что я сделаю... Нет, я сделаю вот так вот. Блин, а ведь не хотелось бы тратить энергию-то. Ладно, черт с ним. Так и вот так. Посмотрим, что он там придумает. Ну, зомбобот на следующий ход однозначно выйдет. Если он сейчас тут поставит каких-то крупных растений, да?
Он может держать... О, даже так. У-у-у. Да, тут ты погорячился, наверное, не подумавши, да? Сделал. Так, я могу только уничтожить этого. Фигово, пропускаем ход. Угу. И еще 4 в лицо сейчас. На. Остается 5 хп. Ну что, друзья мои, выставляем зомбобота? А что тут? Что тут еще думать? Заряжаем пушки. Па-бах. Готовы. Ну что, горохострелик, я жду. У тебя, наверное, там кабачок припрятан или что-нибудь такое. Понял. Он сдался, друзья мои. Ну, ничего не сделаешь. Ну, правильно, а что, как говорится, если ты знаешь, что у тебя ничего нету. Я бы тоже, наверное, сдался, хотя всегда доигрываю до последнего. Ну, ребята, и мы с вами попадаем в 16-ю. В 16-й, как сказать-то, даже не знаю. 16-й ранг, плюс еще 20 гемов. И можно, наверное, закончить. Нет, я попробую, наверное, сейчас еще. Так, кто у меня там в друзьях? Еще кто-то новенький. Ассаламу алейкума. Понятно, давай возьмем тебя. У меня уже, ребят, очень много друзей, которые ко мне присоединились. Но я, правда, не знаю, все ли играют. Но, судя по рангу, смотри, играют, ребята, 22-й ранг, 24-й, 26-й, 33-й даже кто-то имеет. Это вот, например, 7-й The Oval. ТХВ, блин, язык сломаешь. Game Over. Ну, в общем, ребята играют. Вот я вот за этих рад. Я желаю всем вот таких вот успехов. А кто-то у меня был в свое время, ребята, даже в 50-м ранге. Я, правда, не знаю, где он сейчас. Ну да ладушки. Хотелось мне, конечно, пройти задание вот против сальса. Это я не знаю, ребят, я уже все перепробовал. Не знаю, может быть, кто-то напишет свои, как бы, рекомендации, как мне его бомбануть и каким персонажем. У меня не получается. Вот я уже и вспышки на солнце пробовал, и бабах не помогает. Без понятия. Ладно, друзья, на этой ночке будем закругляться с вами. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!